Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. На участке обнаружена вот такая вот дохлая крыса средних размеров. Теперь предстоит ее оттащить подальше. Кину в туалет, чтобы куры не таскали. Не знаю, от чего она сдохла. Но, в общем, приятного мало. Теперь придется раскладывать яд. Ну, я думал, что у меня мыши. Иди отсюда. Я думал, что у меня мыши, но, скорее всего, что были крысы. Начали копать в этом Да, свежая. Еще такое. Нельзя сказать, что старая, слишком маленькая. Старая не в два раза длиннее получается. Вот еще один пришел. Иди отсюда. И надо раскладывать яд. Если у кого есть капканы, ставьте капканы. Уже осень. Крысы будут переходить с места на место, мигрировать. Так что счастья это не добавит. Подписывайтесь на канал. Арсений Селезнев, Зверобой. Тут у меня уже собирается толпа. Приходится их отсаживать. Смотрите обновления. Пока.